Всем привет! Сегодня последний день зимы, и сегодня весь мир празднует Масленицу, и самый эпицентр этого праздника проходит в Воткинске, где я, собственно, и оказался. Масленицу отмечают очень давно. И чтобы лучше прочувствовать этот праздник, лучше выезжать в небольшие города, деревни или села. Именно в этих местах больше ощущается атмосфера. Я и отправился в небольшой город Воткинск, где усадьбы Чайковского отмечали Масленицу. Здесь много деревянных домов. Находясь на этой территории, понимаешь, что попал на несколько веков назад. Делали самовары в форме шара, в форме репки, в форме петуха. Во время празднования Масленицы много времени уделялось забавам. Расскажу вам про основные. Устраивали кулачные бои. Запрягали лошадей и детей катали на санях. Пели песни и танцевали танцы. Ползали по стенам. И одно из самых зрелищных событий – это лазание на столб за призом. Каждый желающий может изготовить свою куклу-масленицу, и все они получаются разные. В Воткинске было несколько десятков кукол. В последний день собирается очень много людей, так как происходит самый главный обряд – сжигание масленицы. Это действие символизирует наступление весны и окончание зимы.